13:00 состоится встреча с губернатором инициативной группы депутатов ЦСК по вопросу по урегулированию этой проблемы. Говорили вранье, врете. Сегодня ночью губернатор прилетает в Краснодар, его нет. Сегодня ночью он прилетает. Завтра в 13:00 будет встреча с вашими представителями здесь в администрации. В том числе вашим представителям будут говорить, как принималось такое решение. Завтра в 12:00 губернатор просил